я тренирую официально, можно сказать так, уже почти 5 лет. То есть, на данный момент, если быть точным, то 4,5 года. Моя команда, юноши 98 года рождения, попала в финальную часть первенства России. Мы прошли все предварительные этапы и завоевали право участвовать. И нам вот 18 февраля будет первенство, финал. У нас не было вот, ну, до нынешнего момента, сейчас у нас есть деньги. А до этого не было денег вообще. Спорткомитет сказал, что денег нету. Я ходил с протянутой рукой по руководителям всяких организаций. Тоже нам никто не смог помочь. И я вот написал вот такую просьбу, которая нашла отклик. И на данный момент мы собрали почти всю сумму. И вот уже готовимся к финалу.